Добрый день, дорогие друзья, с вами канал Олегейм Летсплей Рок, меня зовут Олег, и это да, мадафака, и это маленький обзорчик на небольшую игрулю, которую я обещал вам покатать. Игра не сказать, что новая, но и не сказать, что старая, в 2012 году выпущенная. Итак, что это за игра? А игра это многопользовательский шутер от первого лица, только данный шутер будет представлен во вселенной Бэтмена, где вам предстоит брать на себя роль любительских бдителей закона Бэтс или преступников Джокерс, а помогать нам во всем этом будет множество традиционных и воображаемых видов оружия. Итак, рад вам представить игру Gotham City Imposters, в которой можно играть не более чем из 12 игроков одновременно. Давайте поподробнее разберем игру. Ну, во-первых, каждый игрок в этой игре может настраивать своего персонажа под себя. Например, выбрать костюм, голос, лицо, оружие, гаджеты и другие аспекты в игре. Игра не сильно отличается от стандартных шутеров, но и не похожа на большинство простых шутеров в свободном доступе. Да и не будем забывать, что игра опубликована самой Warner Brothers. Но вернемся к самой игре. В игре достаточно много оружия для различных дистанций. Игра включает в себя как обычные пушки, так и диковинное оружие, в том числе гранату, изготовленную, например, из домкрата, или ракетницу из ПВХ-труб. А в дополнение к оружию у вас также будут ножи, гаджеты, крючки для захвата, крылья для планирования, роликовые коньки для ускорения, взрывчатые вещества и много-много другого. А для того, чтобы совсем скучно не было, в игре есть аж целых 4 различных режима. Первый режим P-Warfare включает в себя две команды, пытающихся вернуть батарею на свою базу. Второй — фумигация. Фумигация отправляет игроков на захват и удержание 3 газоблоков. The Bounty Hunter. Вы играете в матч, собирая монеты, которые игроки врага бросают, когда они умирают. И Team Deathmatch, ну конечно же, классический режим мяса, цель которого состоит в том, чтобы как можно быстрее убить вражеских игроков. Все данные перечисления делают игру довольно веселой и богатой на возможности. У меня на этом все, ребятки. С вами был канал Олегейм, Let's Play and Rock. Меня зовут Олег. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и увидимся.